Учиться бесплатно – одно из главных желаний многих людей. В Люберецком ДСААФе будущих армейцев учат на водителей категории С. За пару месяцев они получат образование, которое пригодится им не только во время службы в вооруженных силах, но и в обычной жизни. Построение, перекличка, все как в армии. Только до призыва эти ребята хотят еще получить образование. В Люберецком ДСААФ с будущими учениками провели вводную лекцию. Им вручили напутственные адреса от главы округа Владимира Ружицкого и ответили на все волнующие вопросы, отметив, что у ребят есть самое главное – интерес к обучению. Во-первых, это бесплатное образование получить, и хорошие возможности есть в будущем. Нужно быть патриотом своей страны, и каждый мужчина должен пойти и отдать свой долг родине. Категория С мне дает возможность быть водителем в армии. Желание допризывников получить бесплатное образование похвально, отмечают преподаватели автошколы. Однако в этом году, замечают они, снизился план на обучение со 100 до 60 учеников. Главная задача этих мероприятий, чтобы молодежь поняла, что в армии их ждут, ждут подготовленными людьми. Поэтому наша задача их подготовить, чтобы они получили уже здесь специальность. Поэтому на подобных встречах им наглядно демонстрируют важность выбранной профессии. После показа фильма об автошколе ДСААФ ребята посмотрели классы, а также технику, на которой будут проходить обучение. Вы можете на стенде посмотреть, как разбираются фильтра, как разбирается тот или иной агрегат. Отметим, обучение длится 4,5 месяца, после чего ребята сдают экзамен и получают диплом об образовании. Мария Антонова, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.